Всем салам, ребята, сегодня вот такую рубрику сделал, чтобы, ну, давать типа денег игрокам. Вот. Тут парень написал такой: продам дома, цена договорная, т.п. Вот я тут есть. И, ну, посмотреть хочу, может, что-нибудь куплю. Ох, что это за домик? С интернетом я такой видел. Такой, ну, не знаю, может быть, он прикольный. По строительству, да. Это ферма. Это его типа город. Так я понимаю. Чтобы купить такого прикольного у него в городке. Это же не знаю. Тут мо. Какие-то прям тесты, их что-то устроено. Наверное, они не продаются, а уже продают. Так что вот. Так. Смотрим. Этот дом может быть. То есть два дома тоже. Регион. Спросим, а тебе деньги нужны? Ну, с Мироном я уже вроде как давно общался, он на вайпе когда-то что-то там делал. Спросим, ну а зачем? Сейчас получается, ну, я дома, конечно, не буду брать, так как у меня у самого очень много разных домов, квартир и так далее. Давайте ему просто по приколу дадим BMW. И... вертолеты. Это что, Германия? Россия? США. Ладно, сейчас тогда еще дадим ему и Германию, и США. Все, ну просто вот захотел. Если что, то это не постанова, он мне потом их не даст. Эти все, что ему дал, два вертолета один. Этот, а просто, ну, захотелось так вот. Так что, наверное, назову так же свой ролик, что... подарил вертолет и BMW X5 игроку за ничего. Так, ну... напишем, что если он хочет, может ко мне в город ходить. Они сразу же все одели. Это хорошо. Давайте. Помы. И помы. Ладно. Да. Вот, и сразу же вот это вот. Все такое. Вот. Кстати, если вам хочется посмотреть весь мой город, то напишите в комментариях. Я вам сделаю обзор на мой город. И... ну вот. А сейчас я хочу просто пойти поиграть в ПНТ и поснимать что-нибудь. Ну, с вами был я, всем.